Доброго дня, я з України. Я довго налаштовувалась на це відео. Я навіть зараз не знаю, як донести, як висловити свою думку. Я сама уроженка України, я народилася і живу у Кривому Розі. Навіть не знаю, як вам донести. Буду розмовляти е, зараз російською мовою, щоб е, мої підписники, які ще залишились, е, росіяни або рускомовні російськомовні е, люди мене зрозуміли, почули, я не знаю, як це висловити. І так, всі прекрасно розуміють. Что 24 числа на нас напала Россия? До сих пор э, все, я думаю, люди Украины находятся в глубоком шоке и непонимании. Мы уже пошли, прошли все стадии от э, страха э, до ненависти до, до просто тихого ужаса ну, для меня непонятно, абсолютно непонятно, чем мотивируются русские люди, которые поддерживают политику Путина. Это просто, ну, это невероятно, это сюр какой-то. Просто, ну, я не понимаю, что нужно сказать людям, чтобы они открыли глаза и перестали слушать эти помои, которые им вливают по российскому телевидению и такие, как Шарий, Подоляка и тому подобное. Скобеева, вот это вот... Я не могу подобрать приличных слов для этих людей. В общем, русские люди, которые поддерживают политик, политику Путина, не надо мне пытаться рассказать, что Путин делает правильно, что нас пытаются освободить и тому подобное. У нас умирают мирные люди. Заметьте, не на территории России, на территории Украины. К нам пришли русские вояки, которые, зажмурив глаза, пуляют куда ни попадя свои ракеты, я, я просто не понимаю, насилуют женщин, это, это вообще невероятное что-то. У меня бабушка покойная, она в гробу, наверное, просто переворачивается. Я всегда помнила, когда она мне говорила, лишь бы не было войны. Все переживем, лишь бы не было войны. Кто бы мог подумать, что у какого-то пыла просто в голове маргарин. Ладно он, у него там свои... Цели у него свои тараканы русские люди, ну вы очнитесь, что вы делаете. В общем, э, я думаю, до кого можно было достучаться. Это случилось еще 24 числа, но максимум через неделю. Кто хотел понять, тот понял. Остальные просто. Ну, просто, конечно, неудобно э, понимать, что вы, вы просто убийцы. Это будут отмахиваться все. Это неудобно, конечно, понимать но это понимают все украинцы. Остановитесь, пока не поздно. Ну, вернее, не, не поздно, уже поздно-давно. Если бы э, пуляли эти ракеты в сторону москвы и тому подобное, я думаю вы бы по-другому на это смотрели. но я не могу простить то, что вы у вас мозг прополощен и вы даже не хотите его включать. у вас один мозг на двоих, на Путина и на народ. Вот то, что он вам говорит, все, вы даже не хотите думать, а так ли это на самом деле. Вы просто это воспринимаете за чистую монету. Очнитесь, очнитесь просто. Я... Ну, что вы делаете? Вы убиваете, мало того, что нас вы убиваете, ну, вам же тоже конец. Мы выкарабкаемся, мы, ну, вариантов нет. Это Украина, это у нас настолько сводолюбивый народ, что по-другому никак. Мы победим! Это дело времени. А что останется у вас? Это вопрос. Uh, всем украинцам, всем волонтерам, все МНС, ВСУ, Всі люди, які допомагають хоча б думками нам, за межами України, просто низький вам поклін. Це, це дорого коштує. Це я навіть не можу пояснити, як, як почувались люди в перші дні війни, це такий підйом духу, ви навіть собі не уявляєте, я, я вперше таке почуваю. Вперше. І це почуття залишиться за мною, зі мною, я думаю, назавжди. Це Я ніколи не, не могла подумати, що я таке буду переживати. Все буде Україна, тримаймося.